Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил. Вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорные прохождения с Михаилом и только». Это у нас продолжение рубрики «Первое впечатление» по различным демоверсиям игр. И у нас по счету уже шестой выпуск, в котором мы познакомимся с демоверсией игры Tekken 8, в общем-то, очередной части известного файтинга, наравне со Street Fighter, с Mortal Kombat, Dead or Alive и какими-то другими подобными играми в данном жанре. Вот. Так, демоверсия позволяет знакомиться с игрой и обратить внимание, что отдельные особенности игры могут различаться в демоверсии и в полной версии. Также учтите, что сохраненные данные, созданные в демоверсии, не будут перенесены в полную версию. В данной версии игры вы можете столкнуться с ошибками и недочетами. Это естественно. Tekken Project представляет. Начнем, да, посмотрим сейчас эту игру. Там я более-менее уже понастроил звук, если, конечно, у меня настройки не сбились. А на Unreal Engine сделана игра. На пятой части на Unreal Engine, да, интересно. Надо бы почитать информацию. Мы не должны существовать в этом мире. Уроки, да, Казама Джин. Tekken 8. Прикольный такой. Не знаю, назвать заставку начальную. Показали немножко нам. Не знаю, графика в игре, наверное, такая же. Вряд ли будет. Ну, более-менее приемлемо все равно будет, но выглядит довольно красиво. Эффектно смотрится. Так, посмотрим. Ну, я, конечно, мне уже спускал, настраивал более-менее звук. Поэтому там кое-что еще было. При первом запуске видно. Так, Tekken 8. Да, в общем, демоверсия у нас такая. Так, смотрим к ее. Хотя, может, звук надо все равно придется немножко поднастраивать, да? Хотя нет, кажется, нет. Нормально так-то. Смотрю, проверю еще раз. Заранее там проверял немного. Ну, хотя, может, аж побольше сделать. Вот так даже. Будет нормально слышно, все нормально. Мои комментарии на уровне звука игры. Вот так, оставить, наверное, стоит. Так, субтитры включены. Русском играю, в общем-то, языке, плюс ко всему, если демоверсия доступна всеми, что интересно. Так, игра хотя выйдет 26 января. Она, по-моему, вообще была доступна уже давно, в прошлом году еще. Я сейчас посмотрел. Решил как раз к выходу смотреть. Вообще, в файтинге, я думаю, канале пройду обязательно, в скором времени, в этом году точно коснусь новой игры Dead or Alive серии. Вторую часть на Dreamcast эмуляторе. Эмуляторе Dreamcast пройду. Потому что один там, по-моему, человек. Давно это было, наверное, было. Год назад или два, в общем, или даже, в общем, в комментариях к этому прохождению писал, чтобы я познакомился, попробовал, в общем-то, и пройти эту игру. Dead or Alive, вторую часть. Пятую я проходил уже. Прохождение на канале имеется, если что. Ссылку, да, думаю, может быть, в этом видео добавлю. В лист прохождения этого. А все-таки обе игры, в общем-то, и Tekken 8, и Dead or Alive в одном жанре файтинга. Ну и плюс ко всему еще, думаю, пройду, конечно, серию Mortal Kombat. Начну с девятой части, которая, не знаю, является своеобразным перезапуском, может быть, серии или нет, назвать ее можно. Ну, она, потому что довольно кардинально, в общем-то,
Ну, отличается, не знаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но довольно сильно отличается от старых игр данной серии. Не только графически, но и довольно геймплейно. Есть какие-то новые, такие новые нововведения интересные. Может быть, конечно, я с собой что-то не то, может быть, я ошибаюсь, конечно, в этом плане. Ну, в общем, как раз пройду точно эти 9-я часть, 10-я, 11-я. Это связано в том числе еще с тем, что к 11-й части русская озвучка выйдет от Cool Games. Это, в общем, потом об этом поговорим, во время прохождения 9-й части Mortal Kombat. Так, столько звука, чем нормально, более-менее настроил. Там, в общем, и графика настроилась автоматически, потому что проверил, протестировал с производительностью, в общем-то, игры на моем компьютере, и там показал где-то 76 единиц, видимо, из 100. Очков, баллов, не знаю, как назвать можно. Показатель тут. Сам, видимо, на игре настроилась, чтобы нормально все работало. Так. Интересно, настройки графики, давай посмотрю. Ага. Ну, ладненько. Настроился, так, в общем-то, ничего не менять не буду. Все ж так будет нормально работать. Да ладно. Так. Ага. Это понятно. Добавили сюда. Так. А что там интересно такого? А, кому принадлежит? Думаю. Фига себе там. Список-то. Так, экран кнопок контроллера. Так, настройка кнопок, мы, по-моему, начнем-то этот. Клавиатуру играть будут это. Это понятно, отправлять, в общем-то, так, этим обычные кнопки. Так, Джейка. Может как поменять даже, наверное, по-моему, можно будет. А, 3B, конечно. Угу. А, ну это хотя, да, очень близко находится к кнопке. Я бы, конечно, по-другому бы тебя отстроил бы. Не так, как здесь. А эти что, никак не настроены, что ли, получается? Кнопки-то эти. Так, один сюда. А, это раз вот понятно, это что-то вроде такого селект или к этому старт кнопки, которые были на джойстике PlayStation 1. В эмуляторе, в общем, при настройке эмулятора как раз такие же кнопки есть. Здесь получается просто три черточки и вот этот, два квадратика, наложенные друг на друга. Б, да, Б и В, в общем. А, ну, довольно все понятно. Так, эти кнопки у меня. ОП. А это, так, это не то. Где-то Л, точка запятой. А, интересно. А, ну да, они все близко находятся. Так все построено. Там, по-моему, еще другую можно выбрать. Ветур 2. А, ну это для второго игрока, что ли? Получается. Ладненько. Наверное, для второго игрока, если вдруг там играть вот. Что ли? Или можно просто выбрать будет правление. Здесь особо-то нету. Выбора-то. Так. Настройки игры. Это мне не надо. Ладно. Посмотрим сейчас игру, все равно пощупаем. На себя представляет. Так, вот этот же сюжет, в общем-то, я и пройду, думаю. Аркадный режим игры против игрока. Можно, наверное, там, возможно, игру против ИИ даже посмотреть. Но и в игру против ИИ можем смотреть и в общем сюжетном режиме. И больше сюжет, наверное, интересен. Галерея. Ага. Ну, я сюжет посмотрю. Интересно, там домоверсия, как будет сюжет, там будет. Ну, вряд ли он будет целиком-то. Или сейчас домоверсия в этом случае работать будет интересно. Я не в сети, игра в сети. Эти полные версии здесь вот. Но явно сюжет, мне кажется, будет не полностью. На, думаю. Смотрим. Так, функция Tekken Subway Steel, чтобы с легкостью полностью с собой приема комбо, даже играя за персонажа впервые, можете смело идти в бой, не заучивая сложные комбинации. Нажмите О, чтобы включить или выключить особый стиль во время сражения. Рекомендуем использовать эту функцию, пока вы не привыкнете к управлению в Tekken. Ага. О! А давай попробуем. Игра нападения. Ага, о, так. У нас есть Tekken Steam Head. Head NG, как это, пользуясь особо сильно, нажмите U и обрушите на противника серию быстрых ударов. Основной прием также можно выполнить, нажимая кнопку влево,
У или нет, вправо. У, влево У или вниз У. Нажмите И, чтобы выполнить начальный прием. После попадания по цели, нажмите несколько раз проводить воздушные комбо, наносящие огромный урон противника на состоянии атака. И У, И У, И Джи, И Джи. Ага, вот туда. У, И, Джи, К, П, В. Потом О, П, Л и точка запятой. Остальные не были назначены. Может, они мне пока не понадобятся особо-то. Просто посмотреть, чем на себя представляет эта игра. Так, как там? Включить особый стиль. Можно выключать во время боя. После выключения все команды снова будут использоваться как обычно. Ну давайте посмотрим, что такое. Знаете, из серии кратких роликов, как развивал история семьи Мисима до событий Tekken 7. Хотите посетить галерею перед игрой в сюжетном режиме? Рекомендуем эти ролики тем, кто не знаком с серией или хочет освежить в памяти события прошлых игр. А, да и демо-версия, как бы, не знаю, сюжет. Сюжет можно посмотреть уж когда пройдем полный, хотя думаю, уж когда пройти вообще, начиная с самой первой части, все эти кены. Вот интересно бы, думаю, было бы. Там еще не интересно, блин, хотя нет, наверное, лучше меня не знаю, не стоило вообще смотреть. А, 10 всех частей получается. Ага. Да ладно, я не понимать хотя буду, возможно. Ну, блин, это слишком много роликов, я вообще думаю версию, ладно. Это потом. Давайте выйдем пока. Нет, не надо. Ничего. Я не сюжет я оцениваю, в первую очередь геймплей, просто буду смотреть. Уровень сложности не влияет на сюжет. Ну это, значит, что значит не влияет, погоди-ка. А, низкие. Из сюжетного режима эпизодов персонажей используются одинаковые режимы сложности. Мне вообще средний лучше. А, невысокий. Угу. Для всех игроков фон нормально. Средний. Высокий, если что, когда полная версия будет. Да, давай средний, более-менее. Хардкор выбирать не буду уж пока. Все равно дома версия. Смысл-то. Посмотрим, что там за игрушка такая. Блин, так, субтитры включил, точно. Только что запомнил-то. Глава 1. Столкновение жестоких звезд. Плохо перевод есть. Хотя бы такое тоже интересно. Посмотрим ролики те. Конечно, думаю, непонятно будет. Но это и не важно. Армия повстанцев Игроздрасиль, воздушное судно Ведерфельнир. Это неплохо-то выглядит. Спасибо. Это не полная версия. Командующий Ларс, мы начинаем операцию Молния. Кейхати Масима бесследно исчез полгода назад. У нас наконец-то появился шанс. Да. Сегодня порождение зла будет уничтожено. Теперь все зависит от него. Справишься, Дин Кадзама. Зон такой прямо эффектный.
Значит, все это время он был жив. Монстр, который разжег войну, охвативший весь мир. Чего тебе от меня надо? Кадзуя. Мисима! Не как там дарение. Мисима. Пока ты жив, мир не обретет покой. Что за чушь? Это ты начал войну? Лишь для того, чтобы избавиться от дьявольской крови. Ты готов отвергнуть собственную природу? Ты дурак, Дзин Кадзама. Молчать. О, сейчас пытаемся, сейчас, да? Махач. О, ох ты ж. Я сейчас это... Как там нажимать? А, блин, конечно, направление построить надо. Ох ты. Так. Ух ты. Так, как он прыгает-то? Посмотрим. А, маленько. Ух ты. Так, у нас кнопки... Кнопка... А, получим тобой. Одненько... Ух ты! Получай, я раздавлю тебя. Ух ты, какой ударчик. Бежит... Ага, ух ты, ух ты, ух ты. А, это супер какой-то прием, что ли? Прыгать он не там... А, прыгать умеет. Я какую кнопку нажимать. Ух ты, ух ты, ух ты. Я его, ну, а, мне что-то... Получай. Ух ты. Ты как... Блок какой-то читается. Ух ты, ну, сейчас меня, наверное, кутируют хорошенько, да? Получай. Ага. Ах, я сейчас... Сейчас, ну, уложили, конечно, да. Ты проиграл. Так, повтори, давай повторим. Умножить надо. Ну, конечно, ну, непривычно. Ох ты ж, ух ты ж, ты ж. Получил. Эй! Ты чё так? Чё-то у меня как-то получалось. Получай. Ух ты! Блок поставили. Получай. Получай. Я тебя. Вот так вот тебя. Один тоже прием, конечно, использовал, да? Ладненько. Ух ты! О, а чё, получилось? Чё ты там его уложил? Ну... Пытаюсь раздавки использовать. О! Ой! Сейчас был нажимать, это было какую-то кнопку, что ли? А, второй бой начался. Да, блин. А, блок я хотел оставить. Ух ты, вот. Ух ты, приемка. Хо, получай. Так, обрыгать. А. А. Чё-то я один тоже прием. Это как, в общем... Ух ты! А ты... О-о-о-о! Блин! А-а-а! Ладно, извини. О, чё, всё? Из культуры съехала. Ты понимаешь, как и жизнь, я бы принёс жертву. Чё, ещё бита? Не учишься ничему. О! Должен скупить свою вину. Чуть немножко Kill Zone напоминает. Хотя я, конечно, не играл, но видел просто. В моих венах течет кровь дьявола. Я помню, что-то, не знаю, что-то. Ух ты, это что-то у меня такое. И тебя уничтожу. Суперспособность. А, это показывали, по-моему, там. В начальной заставке-то. Это просто смешно. Давай, выпусти своего дьявола. Ой, немножко подтормаживаюсь. А, как-то... Немножко...
немножко подтормаживал, конечно, все это квесты. Это как-то нормально было. Еще битва начинается. Ох ты ж. Ему мало. Ух ты, крылья какие-то. А что, какой-то архангел говорит. Вот там вообще, не знаю, летающий те. А как-то... Блин. Ох ты ж. Да, что там мне уделают это? Эй. Ах ты ж. Фига себе, меня делают. Получай. А ё-моё. Да. Ох ты, ты. Получай. Блин. А, я дышон. Есть. Че, все, нет еще? А. Вот ты не... Прощаюсь с жизнью. Прямо в машину уложил. Да. Это что за циклопы, X-мены какие-то, не знаю. Как там был крылатый-то. Что-то помню, да. Циклоп, пособник циклопа и этого. Там был, назывался персонаж из... Только в Леди Икс Апокалипсис был. Ни хрена себе, он там печатал прямо. Да блин, сколько людей-то там здесь не было никогда. Они там сейчас с ума сошли, что ли? Крушить-то все попало. Нифига себе, это... А чё ещё какой-то бойбас, там, босс батл будет? Ну вот даёте. Комедия? Нифига себе. Надо пройти, конечно, первую часть этой части, чтобы знать сюжет. Ничего, это, конечно, эффектно довольно. Особый стиль там какой-то. Ах ты ж! А, бля! Ух ты, бесился он как-то... Чего? Эй! Сел без... Идеал без сил ничего не стоит. О, имя Шей, расскажи это. У меня там тоже идеал есть, но без силы. Ничего нереально не стоит. Арчер прям какой-то... Битва Арчера и Шея прям. Чужается спейсы на это. О, как... Ох ты ж, мяу, сейчас он... Да, блин! Ему был все-таки чули. А что там его делают-то? Реально же надо так. Нифига себе, нифига себе, нифига себе, калашматит-то как он. Эй! Блин, сейчас меня уделал просто. Может я не. Ага, уделал уже. Ты проиграл. А повторить там с чего начнем-то? Это туда. Наверное. Ладно. Хотя особо силика там включать-то. Файт прямо, да. Mortal Kombat. Finish him! Ё-моё. Как он делал мне? Так, кати-ка. Ох ты ж! Ух ты ж! Нифига себе там. Какой-то... А, где? Ой-ой-ой. Это я один и тот же прием использую, как тут. Ох ты. О, нифига себе какой. Особый прием какой-то. Ни хрена себе. Сейчас мы его такой вот. Выбесил, выбесил нас, в общем-то, хорошенько так. Ого-го. Так. Хорошо получил. Уйди с дороги, нет, извини. Ох ты ж. А-а-а. Ладно, особый стиль попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погоди-то. А-а-а. Не очень, конечно, клавиатура, но все-таки передел управление. Или на жестик играть. Понимаю, да?
Ох ты ж! Да, блин. Ох, как он меня врезал. Че еще? Эй! Че, победил ты меня, что ли, таким образом? Или что-то должен был... Что происходит вообще? Все кончено. И повторить, в общем, ты проиграл. Или это по сюжету так должно быть? Неожиданно. Ты что, она способна моя кровь в твоих жилах? Пока я жив, смерть тем не будет числа. Какой-то Devil May Cry напоминает, чем не знаю. Вот, чем-то... Ну да, фига себе бой. Мама, я все еще не могу никого спасти. Да. Надо Йона поиграть в предыдущие тейкены, посмотреть. Твоя сила сломила тебя. Жалкое зрелище. А это вообще напоминает немножко этого, как персонажа с реинкарнации безработного. Этот как раз перт какой там был с красным этим алмазом, селидевшим по башке. Какая-то, в общем-то, и, знаю, как это называется, жанр, это и фантастика, есть и какая-то мистика, сверхъестественно, ну, всякие непонятные, тут крылатые существа, эти вот люди. Автономный отряд силы Союза Нации, подобный авианосец класса Гардиан. А ты что там, ниндзя какой-то? Ну, интересно. Ребен, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Прям масштаб такой. Какой-то там сверх, в общем-то, монстр какой-то. Когда дьявол вот он показал свое на лицо. И черта, он там себе все поразрушал-то. Не знаю, как что здесь будем увязать это работать. Сюжет он только не так вот, не знаю. Два боя дадут, в общем-то, поучаствовать и все. Здесь вряд ли полная версия, в общем-то, игры. Должна быть, не знаю, как какое-то ограничение должно быть. Например, было в этой «Принц Персии». Там вообще ни сюжета особо-то не было. А здесь показывают сюжет какой-то. Может быть, начало только. В новом мире будет только позволено жить лишь тем, кто, в общем, достоин, да? Ага, его мастерство. Прям какой-то вескер какой-то там, не знаю, из резидента, который тоже... Кто достоин, тот и выживет, пятой части. Открытие турнира «Король Железного Кулака». А, это такой турнир. А, что-то подобие Mortal Kombat, что ли, будет? Ну, там тоже турнир, ну, просто, может быть, и нет. Там тоже, в общем-то, эти воины Земли Земного Царства защищали его от нашествия этого Шалкана. Бились, в общем-то, на турнире. Который должен был решить, будет ли спасено Земное Царство, или там его поработит этот Шалкан. Есть тоже вот этот злодей, который хочет поработить человечество, в общем-то, и объявил тем самым турнир какой-то вот такой, которым решит судьба его, всего от мира, земли вот это. Так у него, по-моему, бойцов получается, будут ли у него какие-нибудь бойцы другие-то, которые за него будут участвовать-то? Или он один против всех? Вот. Интересно такой файтинг. Привыкать, конечно. Не особо-то. Кажется. Ну, сюжет. Буду говорить тому, что, ну, сюжет все равно в полной версии прохождения, лучше понимать. Два версии здесь с собой. Неважно это. Пока. Ну, довольно все неплохо выглядит, интересно.
там плюс ко всему, получается, начиная с первого Текена по 7, все они, в общем-то, взаимосвязаны сюжетом. Видимо, значит. Надо будет пройти в любом случае. Начиная с самой первой части. Интересно, хочет. Хочется знакомиться с этой серией. Не по роликам, а именно по играм лучше. Думаю, там он может имеется. Наверное, они по 6 все там выходили. Либо на ПК, либо на хотя бы на всех платформах, которые вот, эмулятор имеется. Вот, только PlayStation 1, там вторая, третья. Серия Казамы. Такой супер мощный злок. Такой вот этот, как ему звали, это назвал-то, ну. Зовут-то. Пойди, это ролик сюжетный. Так интересно, здесь-то все-таки не будет какой-то тоже. Ну, хоть где-то будет там игра закончиться. Просто немножко покажут нам. Или. Вряд ли, мне кажется, его демоверсия. Это прям реально демоверсия, не полная же версия. Значит, сюжет не должен полностью показываться. Вся эта компания-то доступна должна быть. Не вся должна быть доступна. Кацухиро Харада. Там читается правильно, не знаю. В общем, разработчики этой игры показываются. Что-то немножко вспоминает заставка из Resident Evil 2 ремейк. Вот там такая же вот атмосферная была заставка в ремейке второй части. Что-то не знаю, такая вот тоже вот вспоминается, вот как видишь этот. Интересная игрушка такая. Хочет ее пробовать в итоге. Ну, лучше начать, наверное, перед ней проходить явно нужно предыдущую часть. Ролика можно понять, наверное, возможно. Сюжет. Но лучше интересно ему пройти, чем. Будет, конечно. Довольно интересно. Это злодеи получается, да? Интересно, реально будут бойцы какими-то за него участвовать-то. Ну, к примеру, Шаукана был. Там Рептилия, Скорпион, Забзира, Шансунг, Мадара. Или каким-то подобие кентавра такого. Будем так называть. Ну, напоминает, в общем-то. Или он только один там будет со всеми сражаться. Тейкен 8. Так. Смотрим за. А, вот все вообще, тогда показали начало. Ну, я так и думал. Показали немножко такую затравочку, что там нас ожидает по сюжету. Благодарим за игру демо-версию. Можете продолжить играть в этом режиме в полной версии. Здесь немножко показали. Полная версия Tekken 8. Ну, 30 минут к размеру ролик получается занимает сейчас. Полная версия Tekken 8 будет доступна 32 персонажа и дополнительный игровой режим, естественно. Это самый масштабный проект серии Tekken. Где 3 дополнительные режимы. Значит, может, остальные режимы это они пока недоступны. Только лишь сюжетные. Вот тут немножко показали. Вот. Дали немного в этом начальном бою поучаствовать. Перейти на экран покупки полной версии? Да нет, не надо. Масштабный, самый масштабный проект в серии Tekken. Интересное там заявление такое. Так, нет, не надо. Кнопку нажать там. Ага, все, да? Первая глава столкновения жестоких звезд. Лер, в общем, пройдено, можно сказать, так назвать. Сюжет пробуждения тьмы, ну да. Здесь, конечно, надо владевать этой механикой, в общем, этим геймплеем. Явно, наверное, скажет, наверное, кто-то играть лучше на джойстике, не клавиатуре, но клавиатуре, думаю, тоже можно настроить так, что будет очень удобно и. Это пока просто и привыкать надо, я в ходянке особо-то не играл. Mortal Kombat только лишь, наверное. Давно-давно на Сеге, на Денде играл Mortal Kombat тут, по большей части. Особенно третью часть, сам такую. Больше всего он любил. Особенно там любил, если так назвать, можно задрачиваться. Играть из этого нубсейба, там довольно такой имбовый персонаж был. Его после его приема там некоторые не любили, потому что если на него играешь, используешь часто его приемы, там, ну, можно побеждать, в общем-то, легко довольно. Вот. В общем, такой вот имбовый персонаж был, нубсейб. Да уж, вспоминается, я на него играл, побеждал в итоге с другом, и, в общем-то, там не очень-то ему нравился. Ну, такой довольно, да, такой сложно победить.
все используют часто, в общем-то, используйте одни и те же приемы там. У него приемов-то особо-то не прям уж много, но они такие, хреново пробьешь. Не так легко победить этого, на псейбета. Надеюсь, наверное, кто играл за него, потом меня поймут, возможно. Так, ну что ж, у нас сюжет на этом закончится, да ладно. На самом деле, режим, наверное, посмотреть, надо проверить просто ради интереса. Сюжет, в общем-то, у нас все. Ну и этого, думаю, хватит вполне. Так, игрок против игрока, аркадный режим. Наверное, они доступны, Мика, недоступны, да? Полная версия будет доступна тоже. Или там посмотреть просто вот. Наверное, нельзя. Так кажется. Сейчас посмотрю-ка я. Ну, это интересно довольно. Хочется пройти эту игру. Хотя бы сюжет. Да, думаю, и так и поиграть тоже. Наверное, будет, думаю, интересно. Так вот, если мне будет там посетили. То, конечно. Будет такой штатус, как, ну, Mortal Kombat 1. Ну, так-то, я думаю, версия доступна ли, в любом случае, вот, русскому игроку. Интересно, да. В отличие от других там. Аркада. Это аркада на что-то другое, да. Открыть меню. Ну, наверное, доступно, ну. А, в общем, аркад на автомате будет что-то. Здесь всегда можно увидеть лутки и услышать щелканье кнопок. Открыть меню Б. Видеоролик. Видеоролик это такое, что ли? Главное меню. Нет, погоди, мне не надо. Ну, хотя бы выйти можно, я просто посмотреть хотел. Интересно, что-то как, будет такая симуляция этой игры, в общем, данную игру. Как тавтология, в общем-то, извините. Она игра в автомат, как это будет ощущаться? Наверное, на компьютере или там на консоли, а игра в автомат будет все. Вышли себя мир Тейкен, это ваша история. Наверное, просто лишь покажут что-то там, покажут что-то и все. Недоступно будет. А это что такое? Интересно, как это выглядит. Почему-то один, наверное, 600 лет за твоего друга. А, это что такое? Это режим? Интересно, необычный. А на самом деле, пока идите без меня. Ну ладно, главное меню давай, в общем. А вы как выйти-то? Нет, я проходи, думаю, играть-то я не буду, наверное. Мне все-таки смотреть тоже. Макс. О. На что тебе на сегодня одеты, я тебя развещу. Необычно довольно такой режим начинает. Явно. Может быть, даже это интересно. Так, посмотрите. Полная версия. Режим аркада. Тоже. Ну, если что, думаю, сюжет пройду точно. А вот стали играть там, не знаю, по сети или что-то подобное, то тут лучше, наверное. На Mortal Kombat 9, не знаю, вообще кто-нибудь играет. Мне вот. Они потом, интересно, мы будем за персонажа играть, получается, что ли? Я же начал думать, ты не пройдешь. Как-то необычно выглядит. То есть сюжетная кампания. Вот. Такое, наверное, было и в других частях, может быть. Или новинку ли этой части вот Taken. Интересно. Да, наконец-то мы поиграем в Tekken 8. Где-то не игра в автомат, так вот компьютер получается не играет, да? А, нет, игра в автомат. Никакую часть? А, и вот эта часть такой. Игры в Tekken всегда в этом пройти обучение. Пройти обучение полностью для начинающих игроков, хотя только важный этап обучения для опытных. Пропустить обучение, если вообще считаете супером себя. Супер крутым игроком этой серии, да? Давай. Начинающих. Это, в общем-то, я такой же игрок. Ясненько.
Арена Якушима, Паул Джин. Джин против Паула. Так, Луи. Луи. Что случилось? Что-то грузится просто, да? Наверное. Не до конца прогрузил, что. Идем. Ну, график приятный в роликах там. Смотри, даже от настроек не зависит, там довольно красиво. Только во время геймплея там немножко заметна разница, но это ладно ж. Да на низке все стоит. Я думал, на средних хотя будет. Ну. Ладно. Так. Ну, сейчас посмотри, там вот что там. Как это будет еще сейчас оценить этот режим. Остальные режим, думаю, так понятно. Там, кем там играть или что-то там. Остальные там. Также будет выглядеть сюжет. Здесь вот, наверное, какое-то что-то новенькое, необычно будет. Так, что-то подвисло, что ли, что-то немножко. Ага, ясненько. Ага, сейчас загрузится так, когда... А, нет, то же самое. Просто такое начальное это вступление такое, обучение боям Tekken 8. Ну, давайте посмотрим, как раз тут обучение было сразу, наверное. Так. Ага, и кнопки здесь вот для, в общем, клавиатура показаны. А, X, в общем-то, нулевой рукой дарит, другой, в общем-то, Y, B, ногой. А, интересно, как это сделано. Так, ясненько. Любую кнопку атаковать. А, ну, в общем, давай попробуем. Ага. Ага, ясно. А, это, в общем, разными ногами, разными руками. А ты меня ударить не будешь? Давай, дари мне. Ну. Ага. Нужно комбинировать эти кнопки. Ясненько. Ну да, типа Рим это использовал в этом бою финальном. Ага. Ну да, ты это что-то премиум тогда заладил использовать. Какой-то другой прием. А, вот, так он. Ух ты ж! Как он быстро сбежался-то. Надо эти постоянно комбинировать эти клавиши на разные. А. Так, прыгает его, конечно. А, он здесь просто двигается по площадке. Она ощущается, как трехмерная получается. Прыгает тоже может. Смотри, тут разносторонне обходить противника. Ну да, это не просто двухмерная как картинка, вот. Ты хочешь лево-вправо, вверх, прыгаешь и вниз примерно. Ты себя предстоящим прижимаешься. Брейд великолепно. Ага, ясно. Так, несколько важных команд используй, давай, покажи нам. Демо-плей. Повторяемые команды. А! Это что такие за кнопки какие? Нажимай их в ритм, раз, два, три. Какие там кнопки-то? А, это, наверное... Это немножко не запомнил, конечно. Ух ты ж, я чё-то Ньютон использовал. Ух ты, что ты использовал какую-то способность какой-то или с крыльями связанные там его мощное там это. Ух ты. Ух ты! Ух ты уж! Да, я понял, все, теперь я остановил, как там использовать эти всякие приемы разные. Три кнопки на взаимодействие использовать еще вот эти. Ух ты ж! Так. Хотя бы выучиться надо было сразу, наверное, здесь вот получиться, но. Ладно. Тоже прикольно посмотреть. В таком порядке даже. Сначала сюжет, но это режим немножко посмотреть. Как обучалочку, видимо. Где аркаду добавили. Или просто там играть можно в аркаду. Тоже сюжет проходить, что ли? Ну кнопку. А. Не ту кнопку, какую кнопку надо было нажимать? Я уж это. Как здесь вообще? Не нажимаешь на кнопку, а какие кнопки там повторяемые команды? Вот. Вот либо что-то я сейчас оттуда. Погоди-ка. А, ясно. Что не то? Эту кнопку нажимаю. Я не знаю, как кнопка. Ладно, могли бы, конечно. Сказать немножко, что перейти на начинающих, почему не написали такие кнопки пойдет. И запутаться можно. Эту кнопку нажимаешь, какую нажимать? Ай-яй. А. А вот. А, наверное. А, вот, все, теперь понял, теперь разобрался, все. Все неплохо.
Ага. А, теперь понятно, что ты, в общем-то, я... А, все ясно, теперь, да, все. Ага, теперь по... Ага, ясно, не хочу нажимать. Так, давай попробуем. Я, кажется, понял. Во, все, я разобрался, что будет кнопки там. Так, теперь, в общем-то, на... А, это, где-то на две, в общем-то, нажимаешь, что диагонально. Время, наверное, вверх и влево. Или, в общем, влево, вверх и... Прямо идти. И назад. А, кажется, понял. Ага, давай попробуем. Да? Отлично, да. В общем, понял, какие кнопки за что отвечает. Так что все довольно даже, наверное, удобно, да, будет. Прямо сейчас используется бою. Надо быстро жать белую стрелку, удерживать черную. Черную? А, это, наверное, другой джойстик там еще. Еще. Какими кнопки там были? А здесь может быть неудобно. Блин, а как там еще кнопку-то? Так, погоди. Погоди-ка. Мне может не на... Мне, наверное, не назначены эти кнопки, да? Так, как-то можно попробовать это менюшку какую-то включить. Смотрите-ка. Нет, контроллер мне не надо, мне. Погоди, настройки контроллера. Подтвердить. А, ну вот, как раз видно вот это. Что они обозначают? Мне, по-моему, не назначены они вообще. Кнопки-то, по-моему, только стрелочки теперь нет. Я, по-моему, смотрел, какие у меня стрелочки не назначены вообще, никакие кнопки. Надо было их назначить, видимо. Так, блин, погоди-ка. Ой, что-то я не ту, ё-моё. Так, отмените, пожалуйста, сбросить. Нет, выключить вообще, отмени все. Вернуть предыдущий, назад-назад, давай. А, вот, так, предыдущий. Во, не надо. Подтвердите выйти. Ладненько. Да, метик кнопки не назначены. Это в предыдущем. Так, следующее обучение. Ну, следующее, если пропустить эту стрелочку. Ладно, потом разберусь, что. Запас здоровья. Надо будет все это потом смотреть, все равно будет. Надо было все это назначить. Ну, думаю, даже может 5 кнопок это можно войти. Да? Ну, хотя, нет, возможно, нельзя все-таки. Там какие-то другие приемы, наверное, использовать. Эти стрелки, по-моему, черные, наверное, недоступны. Ну, просто получается. Наверное, какой-то отдельный там, в общем-то, жесть, в общем, это или отдельный этот, как там называется, стик или что-то. А, так, я видишь, канал здоровья вверху экрана. Ну да, я вижу, что в файтинге все равно играл, думаю. Махло кого-то хотя бы лучше. Понятно, урон, все это ясно. Ох, ясно. Ну, конечно же, вот, видно, да. Это понимаю. Давай, дальше туда. А, блок. А как это блок использовать? А, полкил, да? А, давай. Вот, блокирую уже. А, да-да. Блокирую уже. Жат, в общем-то, это... Нажимай-то. А, вот, ясно. Почему там черные и белые кнопки были? Оказывались. Бывает иногда, что-то стрелочки черные и белые. Если атаки, броски, блок стоят, их не защищает. Стоя. А это, значит, надо ниже. Нет, земля приседать как-то. Сидя. Чем-то да, да как-то. А, ну да, кнопка, понятно. Пробуйте это. О, да? Ага. Две кнопки еще одновременно надо удерживать. Ну. Ну чё? Ух ты ж! Великолепно. Тут для меня какой-то тайминг нужно. Тайминг выдерживать. Какое-то определенное время нажимать, чтобы сработало. Так, а теперь как бы обучение боям. Тема Head. Head. Еще на шкалу. Ага, синий какой-то по шкалу. Это таймер, в общем-то. Тайни Head, все равно начинается в этом состоянии. Активируйте его. Кнопка P получается. Head P или... Ага, ух ты ж! Рейд, великолепно. Ага, видишь, таймер выглядит по-другому. Ну, время там, точнее, шкала будет, наверное, вопрос этого.
Ну да, в общем, уменьшаться будет шкала, да-да-да, это я... По Mortal Kombat, похоже, немножко есть что-то, наверное, хотя, может, в основных частях там. И, нет, даже не Mortal Kombat подобное встречал где-то в другой игре, сейчас не вспомню. Так. Head Smash применить попробуй. Так, а что там? А, не то, путал. О, о, ух ты ж! Head Smash, понятно, в чем такие. Это у нас и G кнопки. Так, дальше у нас... И блоки, так, так, можешь носить дрон. Даже если это блоки, даже противник блоки находится, можешь... Так, и как это? Так, и какой кнопки? А, о, понятно. Ага, что-то понятно мне. Там, я понял. Как кнопка? А, давай попробуем. Так, а еще активируйте, надо, погоди-ка. Ну, активируем я. А, я их не счет активировал. Вот так, да? А, что-то не то. А, в состоянии хоть. Бодикам 9. Мне там. Слышали? Что-то не то делаешь? Я не понимаю. Что-то не то, как будто сработает. Воздушные. По-моему, кнопку там нажимаю та ту. Так, активирую уже этот. Да я не то, по-моему, входи. Что значит это с активацией хэд? На доступный живот. Да не хэд. Сейчас почему-то этот. Только кнопка сменилась. Не очень понятно. А, вот это надо. Погоди, надо попробовать сейчас. А, вот это что? Почти продолжай нажимать П. А, много раз пишем. А. Ясно, сейчас попробую быстро и эффективно это сделать. А. А, вот. Ясно, все. Подкидываешь его потом. Тут интересно, конечно, но сложно довольно будет так вот. Надо вообще много довольно. А, ну все получается. То есть научили всему, что надо. А, ну ясненько. Нет, довольно интересное обучение. Ну, в общем, мы тем самым с этого места снова начинаем. Так. Tekken 8. В общем, рубрику продолжаем. Первое впечатление по демоверсии, в общем-то, выходящее на следующей неделе. Записываю в воскресенье. А, следующей неделе, в общем, 26 января, это у нас будет, получается, сегодня какой 19-й, что ли? Я уже забыл даже. 21-й, да. Это у нас где-то... пятница, где-то пятницу выходит данная игра. Вот, ну я немножко там игра подвисла, поэтому так вот продолжение будет там заметно. И пришлось, в общем-то, выключать ее. Ну, в общем, запустил. То хорошо, конечно, что я в данном случае игру записывал Merely Section, потому что помните, давно-давно я записывал, в общем-то, прохождение Рапсом. И там, в общем, по-моему, если не ошибаюсь. Хотя нет, по-моему, точно было, что вот, если вдруг игра подвисала, приходилось, в общем-то, как-то перезапускать, ну, или просто игру самую, и в итоге, в общем-то, в компьютер, когда вот, то в итоге, когда снова запускал программу, то, в общем-то, тот файл, который так вот удачно записался в конце, он, в общем, полностью был поврежден, его восстановить не получалось. В бодикаме же можно было, когда на него перешел файл, тем самым восстановить отчасти, конечно. И конец-то немного все-таки бесповоротно был утерян. А здесь же Merely Section все нормально, так то весь файл целый нормальный, в общем, и так вот получается эволюция программ записи прохождения от Рапса через Bandicam и Merely Section переход. Чем такой недовольный, в общем-то, этот персонаж. Это вообще, по-моему, злодей получается игры, может даже все серии, не знаю. Там будет, конечно, в будущем, думаю. Хотя, по-моему, тут давно очень не писал еще в комментариях, в каком-то прохождении просил пройти. Кстати, в общем, Tekken, как раз, первую, вторую, третью части. Мы, по-моему, даже наравне с этим Siphon Filter. И, по-моему, Siphon Filter начинал играть, а прохождение так не закончил, надо будет все равно в будущем вернуться. К этой серии тоже. Наверное, все-таки Tekken, первые три части, они, наверное, на PlayStation 1 ходили. Надо посмотреть будет, думал поиграть их тоже. Знакомиться с этой серией.
таким образом. Ну и в первую очередь, я думаю, пройду Dead Alive, вторую часть. Ну и Mortal Kombat 9, 10, 11. А там уж еще и Tekken подтянется. А вот так вот. Ну, в общем, собственно, то, что я посмотрел уже, это сюжетный режим, этот небольшой там отрывок, начало, перед этим. В общем, первый такой финальный, в общем-то, пролог такой собрался, наверное, получается. Бой-пролог. То есть с главным злодеем, как я понял. Довольно такой эффектный, интересный, в общем, такие мемографичные. Ну и геймплей довольно-таки привыкнуть ему можно. Хотя, конечно, было вначале повторить аркадный режим, там, так как там нас немного обучают управлению в игре. Надо было вначале все-таки пробовать, потом уже начало сюжетного режима. Ну, в итоге получилось наоборот, и, ну, все равно интересно. Как я понял, уже по аркадному режиму, по обучению, там, ну, управление довольно интересно, в общем-то, ну, привыкнуть к нему можно. Даже на клавиатуре сыграться, думаю, может получится. Хотя, конечно, наверное, скажут, что файтинги играют лучше на джойстике, чем на клавиатуре мыши. Как и те же слэшеры. Ну, думаю, можно и привыкнуть наиграть. И наиграться, думаю, можно так уж привыкнуть, что и на клавиатуре сыграть, думаю, можно удобно. При этом здесь вот интересно играть-то лучше либо на клавиатуре, либо на джойстике, геймпаде. Потому что мышка, она вообще ей не пользуется во время игры. Ну, в файтингах это ясно, понятно. Отличие от слэшера. Здесь даже можно спокойно играть на клавиатуре без мыши. И нисколько будет это не так уж сильно проблематично. Проблемы всяких возникать не будет особо-то. В отличие от игр таких более трехмерных. Здесь же трехмерность какая-то присутствует, но она... В общем, если мышкой не пользоваться, то, в общем-то, мышкой не поддерживаться, то это не мешает нисколько. В отличие от того, помните, Resident Evil 4, как там была проблема-то с портом игры на ПК-то в свое время, оригиналом. Тоже Devil May Cry 4, помню, попробовал сам. Там мышка, по-моему, не поддерживалась в оригинальной версии. Не знаю, как там в специальном издании, которое потом выходило через какое-то время. Через сколько там лет, не знаю, точно не помню уже. Но вот такая была проблема, конечно. В клавиатуре было не очень-то прям уж удобно играть. Ну, начальные первые, в общем-то, миссии. Битва между Данте и Неро. Ладно, в общем, на этом так-то закончим это видео. На то получится где-то, ну, почти что час по данной игре. Я немножко повторил сюжетный режим, аркадный режим. Игрок против игрока не буду я смотреть. Думаю, особо там разницы-то не будет. Я думаю, посмотрел, в общем, в этих двух режимах, более-менее смотрел геймплей, чем себе представляет этот файтинг. А вот галереи, там ролики, которые посвящены сюжету. Но я сюжет смотреть не буду, не стал смотреть, потому что хочется самому пройти все три части, в общем, все части этой серии. Получится, ну, здесь файтинг, это, в общем, Tekken, первая часть, вторая. Движение, в общем-то, сюжета. Третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая, в общем, все семь частей. Но хочется самому ознакомиться, без всяких роликов. Или что посмотрел, в общем-то, геймплей в данной игре, демо-версии. В общем, это все. Так-то игра. По мне. Ну, интересно довольно. Первое впечатление довольно положительно складывается. Управление даже, не знаю, по мне немножко, ну, привыкнуть можно. Даже на клавиатуре играть. Ну, так что, в плане управления-то... Ну, бык будет зависло граду, это понятно, думаю, демо-версия там предупреждала, что могут быть всякие там ошибки, недочеты. Да, играю так-то. Unreal Engine Demo 5 версии сделан в движке. Хотя, конечно, я там смотрел некоторые обзоры. Для кого-то нелюбимых, возможно, XBT Games, в общем, там по поводу некоторых игр на движке Unreal Engine 5, что там были какие-то проблемы, в общем-то, в техническом плане. Они немножко ругали, немножко или немного. В общем-то, помню, какая там игра, они обзор делали-то. Last Remnant, по-моему, вторая часть. Она, в общем, тоже была сделана на движке Unreal Engine 5. Наверное, здесь это как раз пятая версия, мне кажется, все-таки. Хотя я точно не могу ошибаться. Может быть, и не пятая, может быть. Хотя вряд ли, наверное. Ну, может быть, и нет, неожиданно. Вот на четвертую такую сделали. Ну, в общем, там были проблемы технические планы. Релиз игры, в общем, первый день релиза игры. Связано с этим движком, видимо, недоработки какие-то там. Ну, ладно, в общем... На этом все, так-то увидимся в новых, в общем-то, видео данной рубрике «Первые впечатления», ну и в других, в общем-то, прохождениях. Если видео, в общем, понравилось, поставьте лайк, также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивную критику без моего оскорбления.
На этом все. С вами был Михаил, дорогие зрители и подписчики моего канала. Всем удачи. До скорых встреч и всем пока. До скорых встреч.